она человек жертвенный. Вот Солженицын сказал, что Россию спасет жертвенная элита. Вот она и составляла ту самую жертвенную элиту, подписав письмо в защиту Даниила Синявского, решила с работой. Сидела, печатала сам издат, потом за ней следила КГБ, и мы смотрели, как и слушали, как когда за Юрием Орловым и Людмилой Михайловной буквально по пятам ходили. Вот-вот грозил арест. Она мужественно выстояла все. И, вернувшись в Россию, она продолжила свою деятельность, продолжила защитное движение, и при ней Московско-Херсонская группа получила новое дыхание. Правозащитная деятельность – это сложная деятельность, это уникальная деятельность. А Людмила Михайловна – уникальная личность. Думаю, что таких больше нет. И не знаю, будет ли. Она умела разговаривать с властью независимо, твердо. Да, многие критиковали ее за это. У нас действительно были споры по поводу взаимодействия с властью. Но она умела. Она умела говорить с ней независимо. И я был свидетелем, когда она по телефону после приема Ходоков звонила в администрацию президента и не просила, а требовала, настаивала решить проблему. Ее слушали. Ее слушали. Она действительно обладала удивительным талантом. И продолжала свою отстаивать позицию. Вот буквально незадолго до смерти, полтора месяца назад, она подписала письмо пяти старейших правозащитников с заголовком «Господин президент, определитесь». Письмо, которое ставило вопрос об отношении к спецслужбам ВЧК, НКВД, КГБ. И тон письма был довольно требовательно, серьезно. Людмила Михайловна разговаривала таким языком. Она умела разговаривать. Я думаю, правозащитное сообщество продолжит ее традиции и будет утверждать те принципы, которым она посвятила свою жизнь. Слово предоставляется уполномоченному по правам человека Российской Федерации Татьяне Николаевне Москальковой. Светлая память светлому человеку с огромным сердцем, с огромным желанием помогать людям, потому что она любила людей. И совершенно примечательно, что вчера был День прав человека. И совершенно примечательно, что именно сегодня состоится совет при президенте, на котором всегда была Людмила Михайловна. И это первый день, когда ее не будет. Но Валерий Васильевич сказал, что ушла эпоха. Мне кажется, что она только началась, эта эпоха. Она укрепилась, потому что в нее вдохнула жизнь. Удивительная женщина, маленькая ростом, но с огромной силой воли. Такая, казалось бы, передвигающаяся с помощью людей, но летящая над этими людьми. Для меня она стала и другом, и соратником, и учителем. И оппонентом, да? И оппонентом. Но удивительно, как она умела вести диалог с властью, со своими оппонентами, потому что для нее важен был результат. Любой компромисс ради результата. А результат – это восстановленные права, это помощь людям, возвращенное доброе имя, светлая память. Земля ей будет пухом. Великому просветителю
великому человеку низкий поклон от нас, кто сегодня профессионально защищает людей, от нас, кто хочет защищать людей, потому что не может поступать иначе. Дорогая Людмила Михайловна, вы сегодня будете с нами на СПЧ при президенте. И вчера, и сегодня ваше имя звучало как стяг над Россией, потому что вы очень любили Россию, людей. И мы будем продолжать это дело, потому что она вдохнула в нас веру, вдохнула в нас силы, вдохнула надежды. Низкий поклон вам, дорогая Людмила Михайловна. Слово предоставляется главе фонда «Холокоста» Алане Гербер. Все слова какие-то пустые. Не знаешь, где найти такие, которые бы были бы в состоянии, ну, хоть как-то передать то, что мы сегодня все здесь чувствуем. Я вообще в последнее время стала очень бояться слов. Мы, конечно, часто очень бывали в нашей стране униженными. Очень часто. Но бываем возвеличены тем, кто живет рядом с нами. А рядом с нами жил Лихачев, а рядом с нами жил Сахаров. И рядом с нами жила, и еще долго будет жить, очень долго, наша дорогая Людмила Михайловна. Наша Людмила Михайловна Алексеевна. Вы знаете, каждый из нас встречал в жизни человека, на которого хотелось, ну, не то чтобы равняться, глупое пионерское слово, но вот как-то, ну, хоть немножко как-то приподняться, ну, хоть чуть-чуть, хоть как-нибудь. Вот Людмила Михайловна была таким человеком. Я всегда, всегда думала о том, что, знаете, мужество, воля, сила, достоинство, все так, конечно. Но главное, что в ней было, она была олицетворением доброты. Вот какой-то необыкновенной доброты. И в улыбке, и в том, как смотрела, и как молчала, как говорила, и уж как делала, и уж как делала. Она нас всех учила главному. Опять слово противное, опять какое-то школярское. Но тем не менее учила. Не бояться. Мы ведь очень боимся, очень боимся. Боимся вслух подумать, а иногда даже молча подумать боимся. Боимся совершить, боимся состояться, боимся быть людьми. Мы боимся часто, очень боимся быть людьми, так, как человеки вот так вот проживают. Она учила не бояться. Мне кажется, друзья мои дорогие, все, кто сегодня пришел, мне кажется, что нам очень важно сегодня не бояться, очень важно думать так честно, так смело, как она. Протягивать руку, как протягивала она. Смотрела вперед, и только вперед. Это очень трудно сегодня. Мы лишаемся иногда этого чувства будущего. Слишком часто мы смотрим в прошлое. Людмила Михайловна, милая моя дорогая, я вам должна сказать, что когда я узнала, что вас нету, я очень плакала, потому что, ну, мы всегда плачем, когда теряем. Я плакала, потому что я понимала, что мне больше, как вы, никто не скажет, Аллочка. А мы с вами были уже не намного уж так младше вас. Спасибо, моя дорогая, спасибо вам за все. Глава комитета за права человека,
член Совета по правам человека Андрей Бабушкин. Друзья, когда приходил на день рождения Людмилы Михайловны, я всегда дарил ей живые цветы. Цветы срезанные, цветы зеленые от корней я не любил. И ей очень нравились, и когда я бывал у нее в гостях, она говорила: вот, Андрюша, эту орхидею подарил мне 5 лет назад. И впервые я принес ей цветы, отделенные от корней. Я думаю, что мы, когда кого-то теряем, мы все думаем, а кто может его заменить? А сейчас, в благодаря ситуации, когда человека, ушедшего от нас, ушедшего, я надеюсь, лучшими, не может заменить никто. Я очень надеюсь, что каждый из нас и тех, кого здесь сегодня нету, в том числе и по причинам от них независимым, вы понимаете, о чем я говорю, что все мы будем достойны Людмилы Михайловны, и что ее светлая память, она станет путеводной звездой для того, чтобы многим, десяткам, тысячам, миллионам людей нам удалось помочь. Андрей Нечаев. Уважаемые друзья, мои глубокие соболезнования в первую очередь моему давнему, уже 50-летнему другу Михаилу, сыну Людмилы Михайловны. Так получилось, что благодаря нему мы с Людмилой Михайловной были знакомы почти 50 лет. Поэтому я хочу избежать некоторого, как мне кажется, ненужного избыточного пафоса, который я вот сегодня услышал в некоторых выступлениях. Людмила Михайловна была потрясающим человеком. Со всеми недостатками, слабостями, наверное. Но у нее был такой удивительный внутренний стержень. Вот это была истинная железная леди российской правозащиты. И знаете, вот одно дело быть правозащитником сейчас, и совсем другая история. Быть правозащитником в мрачные брежневские времена. Вот для этого нужно было действительно реальное мужество, реальная просто простая человеческая смелость, потому что тогда речь шла не там нескольких сутков в спецприемнике, хотя это неприлично и отвратительно. Я думаю, мы должны здесь сегодня выразить нашу солидарность с нашим общим другом и соратником Львом Пономаревым, которого не пустили на прощание с Людмилой Михайловной, что абсолютно недопустимо и неприлично. Но тем не менее, в те времена, 50 лет назад, 40 лет назад, речь шла о реальной угрозе жизни и свободе на многие годы. И тем не менее, Людмила Михайловна решилась на создание Московской Кельсинской группы. Это была первая правозащитная организация в СССР, осознанно правозащитная, осознанно диссидентская, осознанно оппонирующая советским властям. Это все вызывает у меня лично глубочайшее уважение. И последнее. Знаете, у нас такое время, когда почти не осталось моральных авторитетов. Вот, к сожалению, сегодня, наверное, мы прощаемся с вами с последним. Светлая память. Светлана Алексеевна Ганушкина. Светлая память Людмилы Михайловны останется с нами навсегда. И не только в нашем поколении, а и в будущих поколениях. Я искала подходящего слова для нее, когда написала несколько строк. Как только узнала о ее смерти, и нашла, мне кажется, с
слово, которое больше, чем правозащитник, определяет ее сущность – заступница. Людмила Михайловна была заступницей за всех сирых, за всех обиженных. И она действительно, все это говорят, умела разговаривать с разными людьми и заставить себя слушать. Ну, мы не можем подражать ей, потому что такой нет и больше не будет. Но учиться можем и должны. И будем учиться ее опыту, ее умению, ее доброте, ее умению сочувствовать. Будем учиться всю нашу жизнь. И я хочу сегодня выразить глубокое соболезнование родственникам Людмилы Михайловны и нам всем от имени Аюба Титиева. Суд над ним продолжается. Я думаю, что все, кто сюда пришел, знают об этом суде и об этом человеке, который привлечен к уголовной ответственности без всякого на то основания, просто потому что посмел критиковать и защищать права человека в своем регионе, в Чеченской Республике. И вот вчера именно с его процесса я получила это поручение, очень почетное поручение. От Аюбы Титиева, светлая память, Людмиле Михайловне Алексеевне. Спасибо. Елена Антоновна Камбурова. Светлая память Людмиле Михайловне. Она была удивительным человеком. Помимо всего, что она несла, удивительно, что она была очень поэтичным человеком. Она читала стихи наизусть, любила это очень. И недаром она бывала на спектаклях нашего театра музыки и поэзии и всегда восторженно их принимала. И никогда не забуду, как она на вечере, который устраивался в честь победы, она такую невероятную речь произнесла, посвященную победе и вообще всей жизни нашей. Какое-то у меня ощущение, как будто бы я потеряла совсем родного и близкого человека. Невероятно. Я ее очень люблю. И буду любить всегда. Светлая память. Член Совета по правам человека Илья Хардинский. Людмила Михайловна Алексеева прожила большую, хорошую жизнь. В общем, мы говорили с ней последние полтора года несколько раз об этом. Она считала, что жизнь ее счастливая. Только вот, жаль, что Николай Николаевич, муж, рано заболел и покинул ее. Она несколько раз переживала тяжелые моменты, но выходила победителем. Она чувствовала, что жизнь прожита не зря. Это счастливое ощущение, можно пожелать каждому. Она была связана с очень важными эпохами в жизни. Так вышло, не всегда об этом стоит говорить, в жизни страны. Она пережила войну, рассказывала нам о том, как встречала победу, как переживала войну, как встречала победу. Она пережила одного вождя, кровавого вождя, когда кровью еще нельзя было говорить, потом второго, потом третьего. Ну, потом их было много,
В общем, она много вождей пережила. И смогла защитить, смогла все это, все эти эпохи прожить с таким огнем в душе, огнем и молодостью в душе. Это еще такая важная черта. Она была очень внутренне молодой. Она мне говорила, что вот, ты знаешь, ну, ощущаю себя вот на 40 лет. Ну, пару лет назад. Ну, вот, так, у нас такой генокод, что вот, да, мы стареем. Она могла быть очень близким и теплым человеком, очень близким и теплым. И как-то вдруг ты забывал какой-то момент, что это человек, вот как говорили, с таким стальным стержнем. И когда нужно было, она говорила очень твердые слова. Она очень много просила о других. Она сто раз подчеркивала, что не ощущала себя политиком и политической личностью. Она ощущала себя хранителем неких важных начал, нравственных, правовых. О других думать. Политик думает все-таки о государстве, о своей славе. Правозащитник должен думать о других. Вот эта идея была всегда с ней все годы, включая самые последние, когда она думала о том, кто еще в тюрьме, кому она что-то обещала, а кто, ну, о тех, кто был в тюрьме и над кем был суд. Вот все ее мысли последний год. И она ощущала свое обязательство. Ну да, она общалась с людьми из власти, потому что она считала, что на ней есть долг. И без власти, этот долг она, без взаимодействия с властью, этот долг она исполнить не сможет. Но она и нам, в общем, завещала уметь вести диалог, быть корректным, думать о других. Дорогая Михайловна, спасибо за все. Вы с нами. Вечер вам полезен. Генри Берин. Она все-таки ушла. Ну, конечно, они заблуждались, видели, она угасала. До самого последнего момента, как мы пускали в сознание, будем без нее. Но среди самых смелых, мужественных правозащитников, не боюсь сказать, не только нашей страны, и всего мира, она была, конечно, фигура совершенно уникальная. Знаете, легко оперировать высокими словами. Права человека. Когда человек абстракция. А когда смотришь на конкретных людей, это нужно особое чувство. Чувство действительно гуманистическое. Каждый человек нуждается в защите, каким бы он ни был. Вот это удивительно. У нее идея правозащиты, она была в крови. Вот эта мысль, опять же, она, как произносишь, абстрактная. Но права человека, они выдаются вне зависимости, они принадлежат человеку. Вне зависимости от политических пристрастий, идейных установок, религиозных убеждений, которые сталкивают людей, которые ведут к уничтожению, у нее вот эта идея о том, что можно создать действительно уважаемое, сильное, авторитетное государство,
только на базе свободы и достоинства личности. Повторяю, это легко так говорить, но когда это человека в крови, и когда он осознает, что он не может существовать, если попирается не только его свобода и достоинство, свобода и достоинство других людей. Ведь Людмила Михайловна, когда пришла в правозащитное движение, она была очень благополучным человеком, ну, по советским временам. У нее была интересная работа. Причем работа такая творческая, как она говорила, которая позволяла воспитывать своих чудесных сыновей. Ее семья. И вот эта информация, которая пошла в нее, это осознание того, что режим давит людей, калечит, что вокруг атмосфера насилия и лжи привела вот эту хрупкую женщину правозащиту. Да, действительно, правильно ты говоришь, что такое быть правозащитником тогда. Всех тех, которые посмели заявить после мракобесного процесса над Синявским и Даниэлем, а это была горстка московских интеллигентов. Было всего несколько десятков, которые заявили о праве на свободу, достоинство, которое режиму сказали, соблюдайте Конституцию, в которой все было записано, но которая совершенно не соответствовала той действительности, которая была. Все приставали по тюрьмам и психушкам, ну и ее просто-напросто, ее уволили с работы. Чтобы остаться без работы в советские времена. Молодые поколения этого не понимают. Единственный работодатель в стране, единственный собственник – это государство. И 10 лет практически бедности на грани просто нищеты. И несгибаемая совершенно воля участия в правозащитном движении. А потом, когда ей дали выбор, все-таки, ну, не посадили, потому что, ну, что, мать двух детей, совершеннолетних. И дали выбор, но все-таки нет, все-таки посадим, либо уезжайте. Вот она там уже, на этом благополучном Западе, она тоже стала исключительно благополучным человеком. Она реализовалась, она же талантливый человек очень. Она реализовалась как ученый, как историк, как журналист, как радиоведущий. Но она вернулась. Она вернулась на родину, и она сказала, это ее слова, я увидела страны, где соблюдают права человека и его свободы. И я хочу, чтобы их соблюдали, и меня на родине. Вот это настоящий патриотизм. И вот эти вот ура, завывания, с которыми мы постоянно сталкиваемся, бесчестных политиканов, которые просто на этом пиарятся, и не больше того. И, конечно, и у нас в Ельцинской группе, в правозащитном движении, у нее было какое-то потрясающее чутье. Она, вне зависимости от того, что, казалось бы, все какие-то обстоятельства, они препятствуют, чтобы помочь какому-то человеку. Нет, она обращалась. И, казалось бы, все дело прошло, все инстанции. А вот у нее чутье какое-то было, представьте себе, многие десятки людей. Они обрели справедливость благодаря вмешательству Людмилы Михайловны. Ее нельзя заменить. Но здесь, дорогая моя, я очень вас любил и ценил ваши добрые отношения. Правозащитное дело будет продолжено. Оно будет продолжено обязательно. И те молодые,
души, в которых поселяется вот это осознание, ощущение того, что свобода и достоинство личности – это единственная основа, на которой действительно можно вот эту жизнь наладить. Безусловно, они будут вспоминать вас, и они будут гордиться тем, что занимается делом правозащиты, которым отдала практически без малого 60 лет своей жизни эта удивительная женщина. Прощайте, Людмила Михайловна. Карина Москаленко. Дорогие друзья, мы в последнее время собирались хельсинской группой дома у Людмилы Михайловны. И все это носило такой характер обсуждения семейного, домашнего. Как нам жить? Что нам делать? Как нам реагировать на те или иные проблемы современные? И это уже продолжалось довольно долго. И была такая шальная мысль, что, может быть, вот она всегда все равно с нами будет и всегда будет нас как-то направлять. Теперь придется МХГ и всем нам жить без нее. Но у меня есть какое-то сегодня замечательное ощущение, что мы будем жить с ней, с ее принципами, с ее отношением ко всем вопросам, которые мы все постоянно обсуждали. И вот о том, какой быть хельсинской группе, о том, чтобы московская хельсинская группа без Людмилы Михайловны не перестала не просто существовать, а быть чем-то очень важным в жизни людей. Вот об этом мы сегодня должны позаботиться и подумать, что лучшим нерукотворным памятником для нашей Людмилы Михайловны будет настоящая правозащитная работа Московской хельсинской группы. Вот это мы должны сегодня даже не пообещать, а просто постараться воплотить в жизнь. Спасибо вам. Зоя Светова. Сегодня очень, для меня лично очень грустный день. Конечно, тут уже все говорили, что это было неминуемо, что Людмила Михайловна уйдет. Да? Но всегда кажется, что есть люди, которые должны быть как можно дольше с нами. И сегодня мы плачем, но мы плачем не потому, что Людмила Михайловна ушла, и потому что ей будет плохо без нас, а потому что нам будет плохо без нее. Мы плачем по себе, мы плачем о том, что, с чем мы остались. И хотя бы вы все понимаете, что когда мы входим сюда, мы видим, с чем мы остались. Да? Я когда сюда входила, у меня было ощущение, что я как будто в оккупированной стране нахожусь, потому что на похороны, да, здесь невозможно пройти, и куча ОМОНа. Но с другой стороны, мы остаемся не только в оккупированной стране, а мы остаемся со всеми теми людьми, которые сейчас стоят у гроба, со всеми вами, с теми правозащитниками, которые, конечно, продолжают ее дело. И мне очень хочется, чтобы мы смогли достучаться до власти, и чтобы в память о Людмиле Михайловне все-таки были освобождены те люди, за которых она просила и которых она не успела лично освободить. Мне кажется, это должно быть делом всех правозащитников сегодня. Они должны составить список Алексеевой и за этот список Алексеевой бороться. И если они считают, что можно продолжать сотрудничать с властью, то сотрудничество должно состоять именно в том, чтобы этих людей вырвать у власти, вырвать у судов и вырвать у тюрьмы. И тогда мы сможем сказать Людмиле Михайловне: да, мы пытались сделать как вы. Если это не получится, то что мы можем ей сказать? Александр Даниэль. Людочка, дорогая, мы с вами помним, что вся ваша жизнь на самом деле была великой пахотой. Вы всегда работали, всегда
пахали, пахали и пахали. Чем бы вы ни занимались. Сейчас у меня ощущение, когда я вот здесь стоял и слушал все вот это прощение. У меня сейчас было ощущение, что вы продолжаете отрабатывать свой, то, что вы считаете своим долгом. Но ничего, сейчас уже, скоро можно будет отдохнуть. Вы, как говорят англичане, присоединились к большинству. Там гораздо больше наших, чем здесь осталось. Ну, что я могу сказать? Всем передавайте привет. Михаил Алексеев. Я сначала хочу зачитать слова от Юры Орлова и Сергея Яковлева. Из Америки. Юра Орлов пишет: «Дорогие друзья, я только что узнал о смерти Людмилы Михайловны. Это, конечно, неизмеримая личная потеря. Вообще трудно представить себе мир без Людмилы Михайловны. Это также огромная потеря для гражданского общества. Свою долгую жизнь она добилась многого в борьбе за права человека. Тем не менее, она продолжала смотреть в будущее и что еще нужно было сделать, да кому помочь. Это было характерно для нее. Люда была неизлечимой оптимисткой. Мы продолжаем ее работу, борьбу за права человека и за гражданские свободы. Вот. И от Сергея Яковлева. Скончалась Людмила Михайловна Алексеева. Вот перед лицом смерти меркнут ноги, меркнут мелкие, впрочем, полезные для дела разногласия, вот естественно. Вот становится очевидной общая, непререкаемая цель. Свобода выбора конкурирующих решений. Людмила Михайловна была стойким сторонником и пропагандистом этой благородной позиции. Это мир праху ее. Это вообще, я очень тронут. И вот всем, что здесь там говорили, и все, кто пришли это почтить, это ее память, и я это со всего мира, это со всех этих континентов это получаю соболезнования. Вот она, конечно, была удивительной женщиной, это сильной, это сделала очень много, это очень многим помогла. Вот, и каким-то образом в то же время это оставалось и была вообще самой лучшей мамой, которой только можно это желать. Это спасибо. Царство небесное. А теперь давайте оставим семью, чтобы они могли проститься.